Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм морковки. Вот так вот выглядит костюм морковки у нас в запечатанном виде. Упаковочка такая. Вот здесь вы можете наблюдать, что разные есть овощи и фрукты. Все они у нас представлены также на сайте. В детских садах и в школах проводят разные праздники, и овощи и фрукты очень популярны, также ягодки. Давайте рассмотрим костюм морковки. Это одна из наиболее популярных овощей, которые берут. Распечатаем и посмотрим, как выглядит костюм морковки. В костюм у нас входит вот такая вот красивая яркая жилетка с пришитой морковкой посерединке. Вот вы можете видеть, как красиво смотрится морковка. Жилеточка универсальная. По бокам она завязывается на завязочках, то есть просто одевается через голову вот так вот. Так вот выглядит костюм морковки. И по бокам вы регулируете уже по ребенку. По шее у нас также идет завязочка, вот вы можете видеть. Вот такая вот жилетка. И в комплект у нас помимо жилетки входит головной убор. Вот такой вот головной убор на резинке. То есть одевается также абсолютно на любую детскую голову. Листики, такая ботва морковки. Вот так вот выглядит очень красиво. Так вот похоже. Вот такая вот красивая листва у нас. Вот полностью костюм морковки, то есть это головной убор в форме листвы и сама уже морковка идет, жилеточка. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.